Сгибающийся смартфон Meizu получит уникальную конструкцию. Национальное управление интеллектуальной собственности Китайской Народной Республики, также известное как Китайское патентное ведомство, завело на свой сайте страничку с описанием патента сгибающегося смартфона Meizu. Устройство, описанное в патенте, носит название Foldable Terminal and Support Pad. Да, сгибающийся терминал, смартфон оснащен специальной опорной площадкой, которая поддерживает дисплей в сложенном состоянии и таким образом оберегает его от повреждений. Эта площадка имеет определенную степень сжатия, чтобы компенсировать давление, которое оказывает пользователь на внешний экран смартфона в сложенном состоянии. Стоит отметить, что это всего лишь патент, но очевидно, что Meizu, как и другие производители, работает над собственным сгибающимся смартфоном, который имеет большие шансы получить уникальную конструкцию. Компания Samsung окончательно представит свой сгибающийся смартфон на МВК 2019.